Воспитательница, которая не уследила за 4-летней девочкой, погибшей во время прогулки в детском саду, грозит 3 года тюрьмы. Следователи передали уголовное дело на рассмотрение в Первомайский суд. Я напомню, в декабре прошлого года в детском саду номер 45 было обнаружено тело маленькой девочки, которая во время игры просунула голову между ступенями горки и не смогла вытащить ее обратно. На помощь бросились дети, но помочь ей не смогли. Медики зафиксировали смерть от удушения. Где в это время была воспитательница, впоследствии выяснили следователи. Воспитатель во время прогулки не организовала интересные и полезные для детей занятия, не обеспечила контроль и непосредственную страховку во время скатывания детей с горки, лазания и спрыгивания с возвышенности спортивного игрового оборудования. Оставила малолетнюю воспитанницу на игровой площадке без присмотра. По словам самих детей, воспитательница отвлеклась на телефонный звонок. Кристину Керобян уволили, руководству детского сада объявили выговор, а само муниципальное учреждение оштрафовали. Между тем, родители погибшей девочки и следственные органы намерены добиваться более сурового наказания для воспитательницы. Нам стало известно о том, что человек уже пытался устроиться аниматором-воспитателем в какой-то торговый центр, но ей было отказано, как нам поступила информация. Вот, она имеет право на труд в связи с Конституцией, но сам смысл того, что человек, от которого пострадал наш ребенок, устраивается на работу, опять работать с детьми, вот это вот шок вводит.